Всем привет! Сегодня у нас на рассмотрении вот такая вот посылочка, которая пришла мне вот в таком неопрятном, непонятном виде. Кроме этого, она шла очень, ну, не знаю, насколько очень долго, сейчас скажу. Я ее заказывал, заказ был сделан 28 сентября. Друзья, сегодня у нас... Значит, 27.10, то есть шло ровно месяц. Вот эта посылка шла ровно месяц, вот в таком состоянии она пришла. И более того, я знаю, что там находится. И хочу сказать, что на ощупь, вернее, тактильно она мне не понравилась. То есть я ощутил именно, что там есть поломка. Итак, вы уже... Здесь ничего нету. Вы уже догадались, что это. И, конечно же, вот такая уже вещь, она никому не нужна. То есть мне лично она уже совершенно ни о чем. Это вообще что? Вот это что? Вот это что? И что это? Как это? То есть, друзья мои, я не рекомендую никому покупать непосредственно в этом магазине. Это, кстати, я заказывал с Алиэкспресса. Безусловно, я верну свои деньги за этот товар, потому что этот товар, он... Это что такое? Это вот сюда. Ну и чё? Чё это? То есть, по идее, одна должна быть здесь, вторая должна быть здесь. Но, ребят, ой. А что, класс, да, вот так вот и пойду, как раз сегодня Хэллоуин. Ну, хрен его знает, что это такое. В общем, ребята, ну, на этом обзор. На свалку, в мусор. Все, друзья, все, кто посмотрел вот эту вот невзрачную хрень, кто на нее посмотрел, ну, ссылочка будет обязательно, чтобы никто не укололся, обязательно будет ссылочка на того придурка из Китая, который взял и послал мне долгожданную вот такую вот маску, которая ни к чему, ну, в общем, ерунда полная. Все, друзья, спасибо, всего доброго, пока.